Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life эпизод 2. Эпизод 2. Вот так. Пойдем. Так я иду за тобой. Так, у меня есть автомат. Дробовик. Ну давай. Распоряжайся сим телом, как знаешь. Иди. Чё, в смысле распоряжайся? Чё-то не понимаю немного я тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. На какую-то локацию, да, новую мы вышли. Опять эти туннели засраны жуками, пауками. Сюрприз. Опа. Не понял, а что неприятного-то? Только что патроны для дробовика взял, мне кажется, даже очень приятно. Уравнили львы. Прикончи их время. Твоя очередь. Блин, так ты сам бы мог все это сделать. Еще кто-то был. Вон он. Ты что не смотришь-то за мной? Оберегай меня, падла. Еще разок. Или ты, тебя не распространяется на них? Ну хоть бы жизни дал. Козел. Ага. Так она не водок есть. Ну давай. Ну подожди ты, я хочу посмотреть, что мы здесь забыли, нет? Подожди. Опаньки, все. Пойдем. Ты вот не можешь сразу так вот все делать. Ну вот же он. Давай. Опаньки. У вас там сколько? Опаньки, а потушеньки. Пойдем. Немножечко осталось. Мы чувствуем наше присутствие. Чем дальше мы продвинемся, тем сильнее они будут. А что, какую штуку-то? Жуки дают эти, что ли, или что? Не совсем понимаю. А вот что дает светляки. О, иди в бой.
Надеюсь, я тебя подбью. Ой-ой-ой. У меня так может не хватить патронов на вас. Так. И пойдем, пойдем, пойдем. Господи, что за туннель такой? Не вижу никого. Ух ты, живые аптечки. Иди сюда. Остаток рук человеческих. Все? Или что-то еще есть? Главное, что нами движет одна цель. Вернись к единому указу. Так. Спят. Падла. И ведь нету ничего такого. Как вот тобой управлять? Вот так. Еще гвоздями прибиты, господи. Ладно, ты мне сейчас понадобишься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я верю, что Крина придумает, как открыть ворота, и мы проследуем дальше вместе. Конечно, придумает. Я тебе скажу больше. Вот это что за топор? Кирка. Так. Давай. Нормально. Там еще правда парочка осталась. Так. Так, надо с собой что-то взять потяжелее. Вот это-то по-любому возьмем. Ну-ка, подожди. Я предвкушаю это зрелище. Вот так. Так, они ходят. Вот так. Все, теперь надо отвоевывать свое место здесь. Бам! Неплохо, да? Хорошо. Где, где, где? Да. Ой-ой-ой, это какой-то броневик.
Гори. Гори. Все. Ну, неплохо, неплохо. Так. Ты отсюда вышел, да? Выбежал. Ко мне спешил так. Так. Энергию взяли. Восхитительно. Пора. Ты будешь вставать? Где у тебя там выход? Что-то я не понял. Не совсем понял. Он что, в меня бомбой кинул, что ли? Так, ладно. Минутку. Вставай. И на. Ага, все, загорелся и вот так вот. Так, 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 так. Что мы здесь имеем? Понятно. Ой-ой-ой-ой. Что еще туда можно положить? Угу. Ну, вроде все. Так, сейчас надо разобраться. Так, если я... Мне почему-то кажется, надо положить сюда побольше, да потяжелее. Так. Чтобы это не сразу поднялось. Вот так. Вот так. Да. Вот так. Красавчик. Давай. Примен бесценный соратник. Естественно. Кто бы сомневался. Давай, вали его. Вернись в ничто. Ну. Что не так? Пойдем. Плох тот генератор, что не может работать без бортиров. Ой, тут кусочек тела какой-то. Ага, конечно. Благодаришь судьбу за то, что эти ящики уцелели. И... На! Поблагодарил. Вперед! На! Ну-ка, 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 ну-ка. Давай. Новый
Где-то этот муравьед вонючий. Вали их все. Давай. А я пока... На. Вот так. Откуда вы там упали-то? А, вот там вдвоем были, да? Разорвало тебя. Эх, жалко, что не могу эти трупами манипулировать. Так. Ну-ка. Что на сей раз преподнесет нам бесконечная череда препятствий? Полный, да? Полный. Не бойся, Фрида. Я за тобой. Так. Мне сюда? Ой-ой-ой. Эй. Ну ладно. Так-то неплохо, да? Так, на дне мне делать нечего. Значит, вылазим. Что у нас имеется? Ой, телега, что-то взрывается, все что-то, блин, напугал. Что истинное предназначение я в том, чтобы из них выбирались фримены. Фримены, но ты сказанул. Так, ладно, пойдем. Так, нам где-то куда-то. Перелишу в череде нескончаемых, если Фримен согласен со мной. Давай отыщем путь в этот благословенный рай, полный вибрации. А, так ты что, кайфуешь от этого? Ты какой-то насекомец, что ли? Что от вибраций? Они же там своими запахами, да вибрациями общаются. Так. Давай. Первый есть. Давай. Да вот он. Вот так. И опа. Все. Ты давай защищай меня, раз уж взялся. Так, у меня тут, я как понимаю, какой-то бой должен завязаться. Вот так.
Вот так. Да иди ты. Давай, где ты там? Вернись к единому карту. Все. Вот так. И на. Нет. А если вот так? Так, а мне туда не залезть, да? А надо. Ух ты, тут у кого-то пикник был. Да. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. И вот так. И вот так. Так, ну если у меня это пока есть, что мне? А вот наверху что там? Блин, давай-ка. Куда мне тут идти? Какой мерзкий. Ой, не. Интересно, а когда всех разбросает, что с ним будет? Подожди ты. Да, я посмотрю, что здесь есть. Я так понимаю, надо остановить эту штуку. И... Призвал лифт. Конечно. А что? Были какие-то сомнения? Так он долго что-то едет. Вот теперь я понял почему. Давай, давай. Нет, нет. Вернись к единому. Спасайся. Я вполне владею положением. Блин, да ты чё такой? Ступай в лифт, ребят. На. На. Подожди. Опаньки. Скорее, время. Выезжай на лифт. Давай. Чересчур мал, чтобы выезжать. Давай. Приди, зря, да, я поди это сделал. Хорошо. О-о-о-о-о-о-о. Еще не хватало, чтобы ты мне. Летайте мимо, мимо и лети. Пролетаешь мимо, лети. На, на. Муравьиный лев или кто-то там. Ох ты. На. Давай, всех, всех отгоняй.
как они продолжают драться и не замечают, что у нас там уже нет. Все это очень занимательно, но нам не следует забывать, что мы здесь не развлечения ради. Да как не развлечения ради? Посмотрите, вон они. Вау, только мясо летит. И что у нас здесь? Оторванная голова. Или нет? Нет. Сцена. Сгнил. Отдых на краю вечности успокаивает мысли. Не правда ли? Неправда. Так. Кто здесь? Всем выйти из сумрака. Быть не безинтересной. Понятно. Присутствие стража означает, что неподалеку есть личинки. Стражи всегда охраняют молодняк. Ну что ж, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!